вечно зеленые елки. Знаете, почему елки имеют иголки? Это для того, чтобы от них выходила статическая энергия молнии и создавала озон планеты. Вот почему все хвойные деревья имеют иголки. Посмотрите. Это для того, чтобы создать озоновый слой планеты. Как вы все знаете, каменный уголь – это метановый изолятор молнии. Спасибо за внимание.